Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому городскому округу в течение нескольких часов задержали ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 38-летнего местного жителя. Он подозревается в разбойном нападении на женщину. Преступление произошло в Видном. По версии полиции, ранним утром в одном из парков мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая направлялась на железнодорожную станцию через лесной массив. Схватив гражданку сзади и закрыв ей рот рукой, налетчик несколько раз ударил ее по голове предметом, похожим на пистолет. В дальнейшем злоумышленник выхватил из рук жертвы сумку, в которой находились документы, мобильный телефон и личные вещи, после чего скрылся. В результате обыска оперативники обнаружили и изъяли похищенное подозреваемым имущество, а также травматический пистолет. В отношении нападавшего следователем Следственного управления МВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.